Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию 29-летнего актера Андрея Сорока. Кто его 48-летняя жена-красавица, известная актриса? Андрей Сорока – 29-летний актер кино и театра. Он умный, способный, талантливый. Родители Андрея к актерской деятельности не имели никакого отношения. Парень в детстве занимался спортом и посещал музыкальную школу по классу гитара. Когда закончил театральный, приехал покорять Москву. Работал в театре, снимался в кино и в различных сериалах. На сегодняшний день этот актер является мужем Марии Мироновой, известной актрисы, а также дочери известного актера Андрея Миронова. Андрей не так успешен, как его жена, но Марию это не смущает. Главное, что между ними есть настоящее чувство. Мария тщательно пытается скрыть своего избранника, от которого недавно родила сына. Актриса оберегает личную жизнь от всяческого внимания общественности. Когда же поклонники все же узнали о беременности, началось очень активное обсуждение. В свои 48 лет Мария выглядит замечательно. Она умна, красива, талантлива. Ее муж Андрей – ровесник сына, а еще парни очень похожи, да и имена у ребят одинаковые. Сорока, видимо, решил совсем завязать с актерской деятельностью и окунулся в бизнес. Жена не стала препятствовать в этом выборе мужа. Наоборот, Мария помогла супругу открыть фирму и передала все бразды правления. Актер любим и любит жену-красавицу. А теперь еще их связывает сын, которого так ждала эта пара. Мария давно мечтала о ребенке. Хотелось почувствовать материнские чувства и взрослой жизни. Старшего-то сына актриса родила в 19 лет. Тогда в юном возрасте материнство проявлялось и воспринималось совсем по-другому. Как-то она пошутила насчет малыша. Кто родится раньше, внук или собственный ребенок? Родился у пары сын. В данный момент семья проживает в загородном особняке Марии. Эта пара очень счастлива. У супругов теплые и доверительные отношения. Хоть, конечно, разница в возрасте ощутима. Хочется пожелать этой замечательной паре всего самого наилучшего. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.